Всем привет, с вами Назар. Продолжаем играть за Гессен в Европу 4. Идет у нас война против кого? Против Испании, против Милана. Начала эту войну Австрия, чтобы взять хотя бы здесь три провы. Хотя бы одну прову. Мы не можем, потому что то все, что мы захватили, оно не считается. Это, ну, мы просто так, знаете, себе пришли, тут воюем. Милану пофиг. Вот. С испанцами мы тоже замириться не можем, потому что он не является лидером альянса. И вот такая вот фигня. Страдаем, умираем, но ничего не получаем. Испанцы согнали сюда всю свою армию. Внезапно почему-то. Хотя... Ага, если они согнали сюда всю свою армию... Так. Значит, тут можно вытворять все, что угодно. Все, что душе угодно. Тут можно разделиться. Так, 8, 2, 6. И пойти, скажем... Куда? Нельзя. Вообще никуда нельзя. Ладно. Пойдем сюда. Бежал. Милан. А, тут Милан стоял. Окей. Ух ты, ё-моё. Домой, давай. Свали отсюда. Ну как домой? Не домой. Наоборот. Отсюда нужно сваливать куда-то побыстрее. Так, враг отступает. 40 тысяч. Это вам не шутки. У меня тут еле... 30 насобирается. Так каких 30? 25. Так, тут мы ждем, чтобы продвинуться дальше. Блокирует нам подходы. Эти две крепости. Ты сюда. А ну ты давай. Сюда. Давай. Ага, нельзя. Хорошо. Сейчас тут возьмется. С французами. А куда нам с французами воевать? Нам бы дружить с ними, но они взяли нас и объявили врагом. Так, Назар, смотри, что здесь. Бляха, не смотрел, не досмотрел. Сейчас мне его уничтожат, эту армию. Так, поменяем хотя бы генерала. Значит, сейчас будет что-то страшное. Так, 20-е. Ну, один день. Уже никак не успеваем. Разве что попытаться отступить. Так, куда тут отступать? Тут уже все. Приплыли, называется. Против 40 тысяч нужно вообще отсюда сваливать. Да, полностью уничтожили армию. Так, этот дурачило что-то тут стоит. Нет, валит. Хорошо. Вот вам и Испания. Собственную территорию бросила, поплыла всем флотом в новый свет. И всей своей армией. Валенсия. Купцы уходят. Не знаю, почему Австрия так тянет резину. 7%?
Но все равно я не могу взять территорию, которая стоит двоечку. Где логика? Так, вот он хотя бы оккупирует. Ладно, идти сюда. Это что такое? А, контроль вот это, этого форта. Так, испанцы разбили всю нашу армию, которая была в Новом Свете. Блин, опять какие-то националисты. Мексика, ну почему они не нанимают армию? Вот они пока, я надеюсь, будут заняты захватом своих территорий. Так, пройти не могу из-за этого форта. Вот, по идее, сюда можно зайти. Так, где наш там флот стоял и стоит? Ну, пока пусть стоит. И да, нам нужно армию нанять, поскольку мы ее лишились. Так, это будет 8, 2, 6. 10-16 Army. 6 монет содержания, но у нас есть 280 золота. Во. Нехило. Мы потратились на эту войну и ничего не получим. Хотя, возможно, Австрия передаст нам там некоторые территории. Но это очень-очень вряд ли. Так, давайте сюда сейчас получим тут независимость какой-то страны. Ну, хотя бы будем знать, что наша армия пока что не готова вот к таким вызовам. Нужен и флот нормальный, чтобы эту армию, чтобы, ну, врагов отсекать от наших территорий. Так, давай сюда. Тут у нас, да, крепость стоит. А, Мадрид не мог зайти. Понятно. Самостоятельность колонии. Фух. Ну, значит, у нас не захватят эту колонию. Зато здесь. Сейчас отправлю, и здесь смогу захватить. Ну, рискнем, почему бы и нет. Давай сюда. Так, дипломатик. О, тут нам отдали наши вассалы. О! А если три? Да. А если... Почему я не могу взять? Пожалуйста, ну отдайте мне. Потому что это захвачено нашим вассалом. Я не могу отдать территорию моему вассалу. Логика, блин, железная. Здесь могу взять. А толку? А толку мне от этой территории? Никакой.
Ай, новые державы, тут тоже ничего не получится. Тут тоже ничего не получится. Тут провинцию тоже взять не могу, хотя, насколько я знаю, теперь можно брать, даже если не захватил территорию. Можно... О, вот там взять. Ха-ха. Правда, они сейчас тут забабахают колонию. Так, и насколько там у нас Австрия будет? Минус 30. Ничего, переживут. Ничего им не станет, не случится с ними. Плохо, что с испанцами нельзя заключать мир. То ли так было, то ли это сейчас только так. Ну, возможно, было, возможно, так и было. Не буду спорить. Так, ну... Я думаю, берем. Мы здесь больше ничего не получим, чего-то большего. Мы не сможем взять. Вот, надвигается наша смерть. И нужно, я думаю, что мириться. Извиняйте, австрийцы, я вам и так тут помог. В этом захватили много. Вы мне нифига не отдадете, не отдадите. Так что... Sorry, Michael, бизнес. Новый Гессен. Ого. Так, тут все под контролем. Сюда бы еще 1000 отправить. А мы сможем здесь сделать, например. О. И сможем захватить. А, блин, протектор Испания. И они соглашаются, и Британия. Черт. Вот они взяли, испанцы, все вот эти соседние свои племена взяли под протекцию. С линойсами можно повоевать, но у нас нету парохода к ним. И что там, Австрия? Ничего страшного. Мы с вами улучшим отношения. Все у нас будет хорошо. Так, ты давай сюда. Ты давай сюда. И ты давай куда-то сюда. Все идут. Нет, не все. Давай в столицу. Хорошо, ну потеряли мы, конечно, армию, 200 монет за обновленную заплатили, но ничего страшного в этом я не вижу. Мы тут забрали провы, которые по сути нам и принадлежали. Странно, что я не мог отдать провинции своему вассалу. Это очень-очень странно, хотя, возможно, автономиям нельзя. Можно только вассалам отдавать. Не знаю. Потому что, по идее, это считается как отдельная страна. Может, можно было, может, не можно. Я не в курсе. Да и не важно. Так, здесь берем, нет, мы не берем. Испанцы запретили торговать. Но нужно, короче говоря, менять либо турков, либо литовцев. Ну, литовцев можно ставить, но с турков точно нужно поменять на Испанию. Эх, думал, дадут что-то. Хоть что-то, но не дали. Принятие двигатель прогресса. Текс. Флот наш несчастный. Вот что-что, а флот меня в этой войне больше всего подвел. Ну как подвел, у меня его нету просто, тупо. То, чего нету, не может подвести вас.
Так, главное, что испанцы тут и тут не колонизировали. Тут растет потихоньку, по себе растет. Ага. Чуть не забыл. Так, когда враг прибудет 31-го, я 5-го. А что если 2-го? Ладно. Пробуем. Уп. Бляха. Не нужно было идти. Он сам идет. Вроде бы справляемся. Отлично. Органы и традиции Южной Германии. Органы и традиции Южной Германии были особой школой немецких органных композиторов, которые вдохновлялись работами более ранних итальянских мастеров. Мы могли бы оказать поддержку композиторам в создании новых импровизаций Чакон и Пасакалий. Новые слова в словарном запасе. Это хорошо. Престиж, естественно. Не, извиняйте, нам не нужен сейчас есть престиж за 300 монет. Хотя был бы я правителем, я бы заказал. Не ради престижа, а ради культуры. Так, что тут? Не могут взять никак. Молодцы. Просто молодцы. Еще 20 тысяч рекрутов спустили. Ну, 16 тысяч пошло на армию, а где-то 4 тысячи мы потеряли. Так, хорошо, еще одна пробка наша. Отправлять сюда или все же сюда? На соединение. Испания, куда ты отправишь своих? Хотелось бы знать. О, пожалуйста, Испания. Отправили сюда, но они просто гении тактики. Конечно. Но тут не отправляли. Так, посмотрим на регионы колониальные. Вот, кстати, мне подсказали, что тут есть карта. То я искал, искал и не мог найти. Спасибо. Тут Луизиана уже идет. И все же для Луизианы нужно 5. Тут есть только 4. И сюда еще придется брать конкистадора. Ну давайте, давайте, давайте. Что, блин? Ну давайте сюда отправим. Ладно. Набеги туземцев. Мобиль. Или мобил. Нет, численность населения нельзя уменьшать. Конечно, будем защищать. Правда, у нас тут нету войска. Давай сюда, топай. Блин, и тут станет очень много. Хотя нет, 1000. Не, нормально, нормально. Так, давай домой. Что, Мексика? Да, они не формируют свои войска. Странно, может из-за того, что он золото отправляет нам. Может из-за того... Так, тут админка уже подходит к
1000, чтобы не провтыкать. Давайте лучше вложу куда-то эти деньги. Ну, не деньги, а очки. А сюда можно... Кстати, уменьшилась цена значительно. Было где-то тут по 70, по 60. Вот, например, в столице. А вот так сделаем. Хорошо. Плюс одна монета. Ого. Да я олигарх. Так, берем военную технологию. И меняем тип пехоты. Так, что же возьмем? Так, от этого у нас идет атакующая. Это у нас идет защитная. А это такая более-менее сбалансирована. О, кстати, вернули описание. К этим типам войск. Так. Хотя тут тоже. Нет, вот это защитная идет, а эти более-менее атакующие. Да, это суто защитная. Ну, давайте возьмем густавианскую пехоту. Она такая более-менее. Баланс какой-то у нее содержится. Так, почему он стоит? Все, поплыл, хорошо. Дипломат. Франкфурт, ты еще не хочешь, наверное, к нам присоединяться. Да, еще и не скоро захочет. А, тут уже атакуют. Равенсбург, Швейцария. Мемминген. Швейцария, тебе союз. Мемминген и папская область. Папик. Но если он захватит, можно будет отобрать назад. Не страшно. Тут еще стоит у нас коалиция. А что Пруссия скажет нам? Все еще союз Австрии содержится. Так, тут еще коалиция. Ну, тут еще нужно спокойно. У меня на Швецию есть. Нету Казусбелли на Швецию. Нам надо бы заполучить. Окей. Блин, что у меня не выходит из коалиции? Да, кстати, теперь увеличили количество необходимого агрессивного расширения, чтобы вас против вас собралась коалиция, блин. Не вовремя. Мне тут атакуете. Вроде бы справились, хорошо. Все, захватили. Да, показано теперь, сколько лутать может армия. Максимальный уровень крепости. 4. Так, что я хотел? Я хотел здесь доукомплектовать армию. Сюда нужно 2 полка. Мы их можем нанять здесь. Айцвай. Ага, сюда отправил. Возможно атаковать шведов, и у них союз с пруссаками, и взять эти две правы от Пруссии уже во время войны против шведов. Ну, а шведов можно заставить освободить Данию, например. Правда, Померания сразу на нее набросится. Так, Франкфурт хочет. Ну ладно, согласимся. 90, это нормально. Тут все еще копим, ждем. Вот, вот он, британский флот.
50 кораблей, которые забирают тут у нас огромное количество денег. У нас тут вообще 5% несчастных. Так, эту армию мы пока не будем докомплектовывать. У нас нету денег на это. Тратим на колонизацию. У нас одна проба без колониста. А, еще не платим. Сейчас будем платить. Сейчас мы заплатим по полной. Возвращение неприятельских публикаций. Очень-очень жаль. А, испанцы еще сюда. Да они просто гении. Просто я даже не знаю, как их назвать. Ну пусть берут. Все равно сможем отобрать. Надеюсь, сможем. А тут неплохая пробка вот эта. Тут идет торговое влияние. Если бы не союз с Великобританией, уже давно с испанцами разбирался. Так, австрийцы не могут завершить войну, потому что оккупировали только территорию Милана. На этом все. Так, шведы есть, Ковсбели. Богемия. Богемия можно отправить. Улучшать отношения. Вот Бранденбург тоже. Не знаю, стоит ли его сейчас аннексировать или подождать. Швейцария, Мемминген и Папик. Вот тут везде территория этого самого Священной Римской империи. Что? Не сильно хочется брать эту территорию. В идеале я, конечно, хотел бы завоевать Баварию. Но это на данный момент что-то из области фантастики. Хотя объявить войну можно. Пальц. Конечно, хороший союзник, но можно и обойтись. Так, берем дипломатические очки, они нам нужны. О, сейчас мы возьмем эту технологию и сможем уже наконец-то заняться постройкой флота нормального. Так, дипломат, давай в Баварию сфабрикуем. На Регенсбург. Да и фальц тоже было бы неплохо завассалить. 72. Но ему объявлять войну, понятное дело, я не буду. А если Баварию завассалю, я очень-очень не понравится. Я его, возможно, завассалить. Возможно, даже австрийцы помогут в войне. И, кстати, можно Пруссию взять за союзника. Не отбирать ее территории, подождать, а засоюзиться. И, скорее, вот против Польши они будут с радостью повоюют. Отдадим им там одну территорию, например. Фамильный секрет. Престиж уменьшим. Так, тут есть 2000. Отправим их сюда. Я, кстати, вроде бы могу повоевать с кем-то. С Тараско, например.
У тебя союз миштеками. Миштеки. Вот. Это вот эти. И вассал у тебя вот этот. И вот этот. Ну, такой, такая сильная, можно сказать, страна. Вот, с этими нам придется воевать. Одной армии может и не хватить. Была бы Гвесенская Мексика, но и Мексика не хочет содержать армию. Если кто, ребята, в курсе, подскажите, пожалуйста, почему. Из-за флота золотого, возможно. Или... Не знаю. Это очень страшная тайна, которая не поддается пониманию. Так, а ацтеки у вас кто? У вас вообще никто, вы сами по себе. Ну, раз так... Будем с вами воевать. Убежали. Пробуем догнать. Ну все, у нас тут береговая линия соединилась. Так, Саксония. Чего у тебя там? Воюешь против шведов, Богемии, Пруссии, Польши и Молдавии. Хорошо, воюйте. Смотрим, что это за война такая. Померания. Так кто-то атаковал Померанию, походу. Нет, это Померания атаковала шведов, прусаков, Польшу и Богемию. А, еще Литва и Россия. Оу. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Это что-то интересное будет. Посмотрим, как будет развиваться там события. Так. Не понял. Я атаковал только пушками. Это что такое? Это ж как нас так разделило, что одни пушки отсоединились. Да, оставляет пехоту и кавалерию и одну пушку. Господи, опять атака. Восстание, точнее. Так, чувак, ты давай... Ступай. Сколько нужно? 9. Выбрать армию. Разделить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дипломат отправится... Да, особо некуда отправить. Богемию давайте. Так, и они сейчас тут будут ходить по наших территориях. Давайте уйдем просто-напросто отсюда. Еще один дипломат. Отправим его. Давайте сюда, в Померанию. Что будем брать? А возможно возьмем. Давайте вот на эту пробу. Сьеланд.
чтобы у нас была здесь претензия. Но после этой войны, возможно, там расклад поменяется очень сильно. И, возможно, придется воевать с кем-то другим. Уже помирания не будет. Хотя тут у них там силы у одного и другого альянса, я думаю, что более-менее равны. Дипломат, давай домой. Пруссия, проходи. Хотя, возможно, Литва их всех покарает. Ну, плюс Россия еще. Ну, Россия, допустим, шведов. Ну, друг друга они сковывают, можно так сказать, их армии, да? А тут получается... Пруссия плюс Польша смогут, плюс Богемия, смогут ли они закатать Литву? Ну, я думаю, смогут. Правда, Померания еще им будет мешать очень сильно. Ну, как я и говорю, тут непонятно, что будет. Деньги нам нужны. Ну, эти территории сразу к Мексике переходят. Хорошо. Тут мы завершили войну. Ну, на следующей серии пойдем дальше воевать. Кича еще тоже нужно будет захватить. У нас нету перемирия. Возможно, с ними повоюем. Хотя они улучшают мнение о себе. Посмотрим. Ну, наверное, их дальше захватим. Хорошо, ребята, на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока, всем всего доброго.